Первого числа мы заключаем договор контракта с компаниями-победителями по строительству этих площадок. Вот. Но так как они уже нам известны, они в ряде случаев и приступили к работам, чтобы поймать хорошую погоду и разобраться с бетоном. Когда будут минусовые, ну, будет весьма затруднительно работать с бетоном, там делать закладные и прочее. Когда будет установлена площадка в виде бетонной одной этой подушки, да, с закладными, тогда будет проще. Тогда можно будет быстро воздвигнуть каркас, крышу и вернуть контейнеры на место. А до этого, ну, надо будет потерпеть. Подождите, что значит вернуть контейнеры на место? Новые приобретаться не будут? Будут приобретаться, но это тоже, может быть, потребует время. Но площадка пустая стоять не будет. Александр Георгиевич, и все-таки, а вот вы сказали о том, что площадки появятся там, где они согласованы с Ачинским Роспотребнадзором. А для какой цели тогда обсуждались население? Смотрите, цель была такая, чтобы уйти от тех убогих площадок, которые у нас существуют в настоящее время. Вот. А многие из них подвергались пожарищам, потому что люди, ну, не всегда по назначению ее используют. Туда могут высыпать и горячую золу, и прочие вещи, которые легко воспламеняются. И, ну и сами видели, да, что из профлиста он приглядный такой красивый вид имеет на одну неделю, максимум две, а потом его корежат, потом он попадает под огонь, его разукрашивают вандалы, и такая получается неприглядная картина. Поэтому было решено до конца не отказаться от профлиста, но дополнить эти вещи сеткой металлической с увеличенным диаметром, который бы, ну, при горении и прочее не деформировался. Ну а в тех местах, где люди никогда не пользуются горящей золой, все-таки применить профлист. Так все-таки цель-то обсуждения с населением – внешний вид площадок? И внешний вид, и функционал ее, где рассматривалось количество контейнеров поштучно, количество мест под негабаритный складирование мусора в виде, так сказать, мульт, как их сейчас называют, рекуператор. И конструктив, естественно, что в основном вопрос стал с крыши это делать, площадки, либо это без навеса. Вот. И поэтому, ну, чтобы не было такого, что вот, мол, администрация опять придумала, не посоветовалась с народом в этом мусоре. Но почему населению сразу не сказали, что их мнение по поводу того, где будут размещаться площадки, да, учитываться не будет, никому не интересно их мнение, ведь люди сейчас говорят именно об этом. Ну подождите, мы же, по-моему, в нескольких единичных случаях площадка ставится на новом месте. А в основном это те места, где площадки стояли. И как можно говорить, что люди не знали? Мы с людьми это обсуждали. С людьми обсуждали, что площадка будет на другом месте, переноситься она там будет, или что с ней будут делать, или дополнительную куда-то поставят. Но ведь это все обсуждалось. Почему? И сегодня и представители гражданских комитетов, и население, они все говорят о том, что вот здесь мы говорили категорически против. 32-36А. Они говорят о том, что мы обсудили совершенно другую площадку с другой стороны дома. По факту она появляется сегодня там, где ее совсем не ждали. При вокзальной тоже они говорят, вообще с ней никто не сытался, не согласовывал возле магазина. Ну, смотрите, вот я, может, даже и не отвечу сейчас на эти ваши вопросы, но потому что, может, в силу того, что просто не готов, может, просто не осведомлен. Вот. Мои специалисты мне это все расскажут, объяснят. Но я-то знаю еще и другое, что Светлана Валентиновна тоже готовится дать такое расширенное интервью именно по площадкам ТПО, где, наверное, все вопросы будут утрясены.